Лицезавр или Лицезаурус кирки, что означает ящерица-волк кирка. Это рептилия-терапсид с острого черепа, длина около 4-5 футов. Подобные млекопитающим рептилии лицезавры были умными хищниками размером с собаку, охотившиеся в высокой траве. Эти терапсиды являлись моногамами и находили себе пару на всю жизнь, после чего рыли нору в вулканической почве и выстилали ее изнутри сухой растительностью для будущих детенышей. Наиболее часто рождались близнецы. Лицезаврам был под силу широкий спектр добычи, в основном убивали меньших по размеру животных и часто сопровождали крупных хищников, таких как вастатозавр Рекс, в надежде получить остатки от убитой им добычи, или с помощью своих соплеменников атаковали незащищенных молодых динозавров, которые разбегались при виде вастатозавра, становясь очень легкой добычей. Лицезавры были квадрупедальными хищниками коричневого цвета, покрыты более светлыми пятнами, обычно светло-коричневыми. В пасти лицезавров было три вида зубов – резцы, крупные клыки длиной около 10 см и коренные зубы. В целом их внешний вид напоминает волков, кому они и обязаны своим названием. Они выглядят очень похожими на пермских млекопитающих, таких как зверообразные рептилии лиценопсы, но в отличие от своих возможных предков охотились крупными группами. Лицезавр является зверообразной рептилией-терапсидом, достигал длину от 122 до 152 см в росте от 30 до 40 см и весил при этом от 20 до 25 кг и обитал на равнинах и речных долинах острова Черепа. Если вам понравилось данное видео, поддержите проект, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании. Всем всего хорошего и до скорых встреч!